Всем привет! Меня зовут Юлия Шевелева, я дизайнер интерьеров, руководитель бюро. В эти выходные мы решили съездить в Астану с нашими ведущими дизайнерами и посмотреть гостиницы Сент-Реджес и Ритц-Карлтон. Цель нашей поездки – посмотреть интересные интерьерные решения и показать вам гостиницы. Заселились в отель Сент-Реджес. Сейчас я вам покажу номер с двумя отдельными кроватями, куда заселились девочки. Гостиная. Здесь у нас две кроватки стоят. Тивизона. Комплимент для гостя. Красивый, конечно, агат тут роскошный. Маленький кабинет. Панели, конечно, вообще бомбические. Это кожа с латунью. На первом этаже тоже из них сделано. Такой довольный человек. Я говорю, я этого павлина видела. Сразу у меня вспомнился Эверест. Все мои эти референсы. Сегодня он будет с вами наблюдать за тем, как вы спите. А это вход в ванную. Какая крутая дверь. Все, мечта. Ванная с окном. Потрясающе просто. Здесь у нас унитаз биде. Все в мраморе. Душевая. Тоже все в мраморе. Напротив душа гардероб. Есть все необходимое: халаты, тапочки. Из душевой мы попадаем в коридор. Тут тоже дверь закрывается. Что случилось? Чайника нет. Чайника нет? Ну вообще прям безобразие. Тебе же сказали, здесь служба дворецких, чай не тебе сами принесут и кофе, какой хочешь. Слушай, да. В этом плане служба дворецких тут прям интереснее, чем это. Там планировка есть, надо сфоткать. На стенах текстильные обои, на полу ковровое покрытие. На стенах шпанированные панели с латунными вставками. Такое же решение сделано и в номерах.
Ну что, покажу теперь я вам наш номер. Двухместный с односпальной кроватью. Похож также на номер для двух гостей с отдельными кроватями. Такая же зона гостиной. За ней расположена большая двуспальная кровать. По бокам две тумбочки очень красивых. Из металла, мрамора и вставки кожаные на фасаде. Роскошная ванная. Комнатка, унитаз, биде, где расположен за матовым стеклом. Справа душевая. Полностью отделана мрамором. Обратите внимание, как подобран рисунок. Красиво очень бабочкой. Ванная. Зеркалом, телевизором. Здесь у нас гардеробная. Выдвижные ящики. Здесь спрятан сейф. Заселились мы в гостиницу и теперь идем немножко прогуляться по городу, пока светит солнышко. Снаружи гостиница меньше всего похожа на отель, а больше напоминает премиальный жилой комплекс. Вот наш отель с моста. Издалека даже не поймешь, что это гостиница. Завтрак заказали мы в номер. Такая наша семейная традиция. Один завтрак обычно заказываем на двоих. Здесь и яйцо с колбасками, мюсли, фрукты, булочки. Чего только нету. А после завтрака мы отправились в спа. Из бассейна по длинному коридору мы попадаем в раздевалку. Здесь у нас есть шкафчики для того, чтобы хранить свои вещи. В каждом шкафчике предусмотрено халат, полотенце, тапочки. В женской раздевалке есть зона с купелью, горячим камнем. Также есть шезлонг с подогревом, выполненный из мозаики. Сауна с правой стороны
И прямо у нас душ впечатлений, где есть 4 режима для разного настроения. И прямо из женской раздевалки мы можем попасть напрямую в мужскую раздевалку через хамам. Вот так проектировщики этой гостиницы решили объединить две зоны. Еще здесь сделана очень большая классная зона для отдыха, где можно посидеть и выпить чаю после банных процедур. После обеда мы заселились в отель Ритц-Карлтон. Прямо из отеля можно попасть в Талант Гэллери и насладиться роскошным шопингом. Пока девочки разбираются, как работают рулонные шторы в их номере, посмотрим интерьер. Роскошная ванная комната с двойной раковиной, ванной у окна, две классные кровати и мини-бар. Не надо оставить, но холодильник нужен же, по идее. Может, да ладно, не страшно. Заселились мы в наш номер. Сейчас вам покажу небольшой обзор. На входе у нас с левой стороны гардероб. Внутри сделана система хранения. Справа есть гладильная доска и утюг. Ничего не забыли. Справа ниша для хранения. Здесь чемодан, ящички. Дальше мы проходим в зону спальни. Здесь две односпальные кровати. Тумбочка. Панель управления умным домом. Рядом с кроватью мини-бар. Здесь есть кофе, чай, вода. Здесь рабочий столик, телевизор. Просто потрясающий вид из окна на основные достопримечательности. Видно вдалеке Хан Шатыр и наша роскошная ванная комната.
Большая ванная с окном. Двойная раковина. Здесь у нас душевая зона. Также все сделано на натуральном камне. Здесь зеркало, полочка для душа. И через перегородку у нас унитаз и биде. Дверь в ванную с большим зеркалом в полный рост. Очень удобно. В ванной комнате также сделано управление освещением. Есть три режима света и также возможность опустить штору. С каждой стороны от кровати есть панель управления умным домом. Здесь есть разные режимы освещения, управления. Можно сделать ночной режим, подсветку, настольную лампочку. Также управление шторами есть. Можно полностью закрыть рулонные шторы, закрыть портьеры. Ну и, соответственно, с вентиляцией справиться. Мы уже четвертый раз останавливаемся в этом отеле. Каждый раз нам дают разные номера. И я не перестаю восхищаться качеством отделки, сервисом этого отеля. Все на высшем уровне. Отправились мы в спа. Не буду рассказывать отдельно про роскошные массажи, которые здесь есть. Очень рекомендую. Справа есть джим. Прямо по коридору мы проходим в женскую раздевалку, где также есть шкафчики для хранения. Здесь есть сауна, душевая и душ впечатлений. На выходе из раздевалки есть небольшая зона для отдыха. Лифт идет вверх. В лифте тоже отделка ониксом по потолку. Онен Шоколад, 10 этаж, 10th floor. Ну что? Довольны? Счастливы? Отлично. В завершение нашего отдыха мы отправились в ресторан «Селфи». В этом ресторане потрясающе интересный и сложный по исполнению интерьер, а еще необычный санузел. Двери облицованы натуральным мрамором в кабинке. Снаружи он черный,
а внутри полностью белый. Очень сложно и необычно. Буквально через несколько минут нам нужно будет выселяться. Напоследок я вам расскажу свои впечатления об этих двух гостиницах. Оказывается, оба отеля сдали в один год, буквально с разницей в пару месяцев. А такое ощущение, что отель Saint Regis намного старше, кажется, более износился. Но в плане сервиса и клиентоориентированности он намного лучше, чем Ритц-Карлтон. Поэтому сравнивайте и выбирайте, что вам больше нравится. Всем пока-пока, до новых обзоров!